Минуточку внимания, хочу посоветовать вам бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это АЗС в городе Ржевск. Здесь вы можете заправить свой автомобиль самым дешевым и качественным бензином. Заезжайте только к нам и заправляйте. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Magin Holy Play, первый сервер. Моник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить моник при регистрации. Так, сегодня у нас будет новая серичка, посвящена работе разводчик топлива. Но это будет необычная серия, потому что наконец-то эту бетономешалку заменили на нормальный охуенный бензовоз. Ну что ж, погнали. Так, начнем с того, что в моей, точнее в нашей АЗС семейной нету бензина вообще. Нам нужно будет привезти 2000 литров. Поэтому мы сейчас арендуем бензовоз за 5000 и будем везти этот бензин нам на заправку. Так, что я не могу устроиться? У вас есть 30 секунд, чтобы забрать транспорт. А, отлично, все, вот он заспавнился. И сейчас мы можем в него сесть. Место водителя уже занято. Ну, прикольно. Я сейчас обохренел себя, не смог в него сесть. Итак, вот так вот выглядит данный бензовоз. В принципе, это у нас МАЗ. Очень довольно-таки красивый. Атмосферный МАЗ. Я на нем уже ездил много раз, в принципе, но решил записать серичку, показать вам его. У него есть, ну, небольшой такой недостаток. Сейчас я вам о нем расскажу и покажу его. Во-первых, он очень как-то цепляет бордюрки. Во-вторых, когда вы едете на повороте, его очень наклонит из-за того, что у него задняя подвеска очень низкая. Видите, у него даже колеса вот так расходятся в середину, когда вы стартуете, когда вы едете вообще. А на поворотах его вообще очень сильно кренит. Да, он не переворачивается, но он очень сильно черкает. Это не критично, но довольно-таки неприятно. Сейчас я вам это все покажу. Так, смотрите, как он просто с места ускоряется. Просто он аж шлифует, понимаете? У него опускается жопа, и он аж шлифует. Это довольно-таки круто. Но смотрите, как он сейчас будет себя вести на поворот. Вот я заворачиваю, и он, видите, начинает черкать просто. Вот мы поворачиваем, и он начинает кренить немножко, и он начинает черкать. Видите, у него колеса просто очень сильно заваливаются, небольшие, видите? Подвеска какая-то очень мягкая, потому что заметно, жопа довольно-таки неплохо приседает. И видите, на поворотах он черкает жестко, но это не критично. Это реально не критично, но неприятно, неприятно. И хотелось бы, чтобы на этой фуре вот эти маячки светились, как на бочках улиц. Эти машинки у них тоже, эти мигалки светятся. Также хотелось, чтобы на бензовозах происходило то же самое, потому что все-таки мы везем топливо. Это довольно-таки опасно, там, чтобы нас все видели. Поэтому было бы неплохо, если бы добавили, чтобы маячки эти светились. Потому что было бы еще атмосфернее. И так стало довольно-таки атмосферно из-за того, что вы теперь едете не на бетон, на мешалке, а на настоящем бензовозе. А если давать еще эти мигалочки, я думаю, будет еще довольно-таки круче и лучше. Да, мне эта работа на самом деле очень нравится. Я постоянно вожу бензин на нашу семейную АЗС. В принципе, да. И да, вы уходите в плюс всего лишь там на 5, бывает, может быть, на 10. Вообще, ваша прибыль зависит, знаете, от чего? А вот, пишите продлист, и вы закупаете бензин за 30 рублей, да? И вы смотрите, сколько здесь дается. Видите, тут 50 рублей дается, здесь 40. И где больше всего дается 35, это довольно-таки, это вы в плюс уйдете только на 5000. 40, это вы уйдете на плюс на 10000. 50, вы уйдете в плюс на 20000. Именно из-за этого нужно выбирать, куда вам ехать, где вам выгоднее будет получить денег. Не, ну реально, удовольствие от работы стало еще больше из-за того, что у вас именно бензовоз. Сама по себе машина была неплохая, когда это была бетономешалка, но на бетономешалке возить бензин, ну знаете, такое себе. А теперь это полноценный бензовоз, который классно выглядит. Хорошо, что добавили именно старый бензовоз, а не новый, потому что новый был бы не так интересен на самом деле. Вот старый довольно-таки классный. У него запасочка есть, такие колеса массивные, широкие. Да и сам он очень красивый. Здесь сбоку у нас выхлопная система, там все дела. Блин, ну реально круто выглядит. Очень круто выглядит. Тонировочка прям охренная моделька. Респект реально модпакеру. Модпакер реально постарался на модпаком. Он, понимаете, заменил бензовоз, монстр, фуры дальнобойщиков. Это очень круто. Реально за это ему респект. Работа была не зря подделана, не зря мы ждали реально. Да, это еще бета модпак. Косарик все мы выгрузили. Все, едем обратно за косарик. Так, вот я снова же подъезжаю, в принципе, сейчас закупимся, ох, бензинчиком, поехали обратно отвезем, и там уже поговорим насчет этого бензовоза, уже финальные мысли мои, и поговорим о ЗСке, там тоже произошли некоторые изменения. Все, я выгрузил, в принципе, все товары до нуля. Так, что произошло с АЗС-кой? Я думаю, вы заметили, что бензин подорожал. Почему это сделано? Это не из-за того, что я хочу там навариться и так далее. Это из-за того, что я просто ухожу в минус. То есть, наша бизнес семейный АЗС уходит в минус из-за того, что стоял за литр 30 рублей. Почему я поставил 40, а не 35, допустим? Потому что, смотрите, я покупаю бензин за 30, везу его сюда и продаю за 35. Это было бы все равно невыгодно. На одном месте стоять довольно-таки глупо было бы, поэтому
Я решил поставить 40 рублей, это довольно-таки немного, я думаю, это нормальная цена за 1 литр бензина. И второе, это то, что, видите, название изменилось. Со мной связалась администрация и предупредила меня, что я должен изменить название. Но я им объяснил, что у меня нету таких денег, ну, изменить название стоит 1 000 000. У меня не было таких денег, и они взяли сами, в принципе, изменили название на АЗС города Ржев. Я к ним претензий не имею, в принципе, это их не право. Да, я был неправ, потому что название было YouTube Kirill Game, но я спрашивал админа, и он сказал, типа, можно любое название сделать, и поэтому я сделал такое название. Но в итоге название изменили. АЗС еще не снесли. Как вы можете заметить, она до сих пор находится на семье, это семейный бизнес, 40 рублей за литр. А владею АЗС этой уже, ну, наверное, уже около месяца, скорее всего, да. Прошло уже месяц, и ее до сих пор не снесли. Да, убрали вот эти колонны, там, где в машину стрелять, ну, вы поняли, короче. Ну, я думаю, это довольно-таки не печально, потому что, ну, зато теперь вы не взорветесь на заправке, можно спокойно заезжать на все скорости, просто влетать и заправлять. Ну что ж, ну на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, бензовоз мне очень понравился, не хватает только маячков, чтобы они светились, а так моделька очень хорошая, мотпакеру респект. Заправляйтесь на наши заправки, кто желает, в принципе, пока она еще есть. Самый дешевый бензин в области, все, всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.